Саженцы земляники садовой фрагалария относятся к ранним и очень продуктивным сортам с растянутым по срокам созреванием. На компактных кустах созревают крупные конические ягоды с массой около 25 граммов. Они имеют однородную форму и светло-красный оттенок. Неоспоримое достоинство данного сорта заключается в том, что ягоды могут храниться очень длительное время. Фрагалария подходит для выращивания как в защищенном, так и в открытом грунте. Ягоды используются для переработки, приготовления компотов, джемов и варенья, а также для заморозки, при которой они сохраняют свои полезные и вкусовые качества. Земляника садовая фрагалария – это многолетнее растение. Трава лучше всего подходит для одиночных посадок. Земляника прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола земляника садовая фрагалария можно отнести к группе низкорослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания земляники прекрасно подходит телипца А и открытый грунт. Расцветает земляника садовая фрагалария в месяц июль, июнь, август. Интересные цветы земляника могут быть до 1 см. Лист этого прекрасного растения по форме яйцевидный. Земляника садовая фрагалария имеет ремонтантный срок созревания. Плоды земляники созревают в месяцы сентябрь, июль, август, июнь. Форма у плода коническая. Цвет плода красный. Вкус десертный, мякоть сочная. Можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что земляника садовая фрагалария, самоплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.